Здравствуйте, госпожа Хатидже. Добро пожаловать. Госпожа Эсма, и вам добро пожаловать. Тетя, мы не успели прийти, а наши имена уже знают. Господин Казым точно узнает об этом. Я ассистент господина Халиса, поэтому знаю ваши имена. Я пришла вас встретить. Господин Халис всего 2 дня как вышел на работу, а уже нанял себе ассистента? Я просто давно очень с ним работаю. Я очень много слышала о вас от него. Прошу, проходите. Спасибо. Что она несет? Что обо мне мог рассказывать господин Халис? Тетя, я и так поняла, что вы раньше были знакомы. Эсма, перестань. Аллах. Халис был другом господина. Он приходил к нам в особняк. Что в этом такого? Ничего. Это нормально. Ничего нет. Вполне естественно. Не переживай. Я никому не расскажу. Госпожа Мехвеш, прошу прощения. Я не хочу мешать господину Халису и госпоже Хатидже. Если можно, я посижу в другом месте. Например, на террасе. Можно? Можете предложить мне чай или кофе? Конечно, хорошо. Большое спасибо. Прошу. Войдите. Добро пожаловать, Хатидже. Спасибо. Господин, мы приняли госпожу Эсму в другом месте. Сейчас принесу вам кофе. Я могу взять ваше пальто? Проходи, садись, Хатидже. Спасибо. Я не заставила долго ждать. Я ждал тебя всю жизнь. Это пустяки. Даже если буду ждать тебя до конца своих дней, этого все равно не хватит, Хатидже. В сердечных делах не бывает взаимной выгоды, Халис. Порой ничего не значащий для тебя может быть ценным для другого.